По словам администрации Даугавпилса, при Министерстве сообщений продолжает деятельность рабочая группа, призванная помочь в развитии аэропорта в поселке Луцики. Исходя из подсчетов, чтобы привести в действие инфраструктуру и обеспечить хотя бы минимальное функционирование объекта, необходимо 20 миллионов латов. Напомним, после ряда громких, но неудачных попыток найти инвесторов, дальше инициатив дело так и не пошло. Тем не менее, утверждает руководство города, аэродром по-прежнему один из главных приоритетов. Работа с проектом аэропорта продолжается. Все необходимые документы нами подготовлены для Министерства путей сообщения и для Прехшварама. На данный момент сейчас эти документы рассматриваются, и мы надеемся, что все-таки наш проект поддержку получит. Не уверена, что это будет в этом году. И, конечно же, параллельно идет и работа с инвесторами. По ситуации теперь основные надежды возложены на министерство. Рабочая группа, как пояснила мэр, пока предложила лишь варианты в теории, на что и кого можно рассчитывать. На сегодняшний день рабочая группа разработала 4 варианта возможного финансирования нашего аэропорта. То есть это европейские фонды, но поскольку впереди новый этап развития, получения финансовых, то есть в этом году мы не получим этих заявленных денег, которые планировались, перераспределение денег с европейских фондов, которые, возможно, шли на такое неудачное приобретение поездов. Поскольку рабочая группа, специалисты оценили, что те работы, которые мы планируем выполнить в рамках реновации нашего Даугавпилского аэропорта, мы не можем вложиться в те сроки, которые планирует этот этап развития. В числе других перспектив наиболее реальными кажутся госинвестиции и участие в проекте частного партнерства. Сроки доступных европроектов потихоньку тают, как и надежды на самостоятельное развитие.